Ледового дворца «Кристалл». В торжественном открытии принимают участие исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Константин Михайлович Строганов. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Александр Николаевич Полищук. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, олимпийская чемпионка Светлана Сергеевна Журова. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Александрович Третьяк. Директор представительства открытого акционерного общества «Газпром» Сахалинской области Владимир Алексеевич Козлов.